Поэтому, как показывает мой опыт, можно перетерпеть лет 15. Да, ваша жизнь поменяется очень сильно, потому что вам придется карабкаться на гору. По факту, любой человек, который живет в сансаре, вот в обычной жизни, он называет счастливой жизнью то, это когда на санках ехать с горки. Вот когда по течению его несет, это называется счастьем. Как только ему стоит развернуться в обратную сторону, это называется прикладывание усилий. И йога подразумевает, что хотите вы или нет, но не получится вам жить, как сказать, на санках с горки, и чтобы это еще и хорошо кончилось. Так не бывает. Нужно прикладывать усилия. Но опять-таки, конечно же, я подразумеваю, что вы будете двигаться на пути стойко, прикладывая усилия. Можно выбрать путь легче, можно жить, как говорят, серым служить и с белыми дружить. Вайшу так и выбирают, что? Поэтому можно, да, можно удовлетворять страсти и пытаться жить как бы ну, вот, в здравомыслии. Но, как показывает опыт, это и очень трудно, и чаще всего недостижимо, к моему большому сожалению.